Это высотка на Кудринской площади, одна из 7 наших знаменитых сталинских высоток. Большой Конюшковский переулок, вход у нас отсюда. Вот, собственно говоря, попадаем в наше пространство. Отдельный вход. Движение машин по кругу, что весьма интересно. На беспорядок не обращайте внимания, сейчас период реконструкции, поэтому они ничего не убрали, наоборот, стараются все лишнее выкинуть. Здесь вход в наше помещение. И вот пошли комнатки. Это, собственно говоря, здесь раздевалки были, но поскольку никто уже давно не занимается, немножко сырость присутствует. Ну, здесь, соответственно, чистое помещение абсолютно. Ну, как и в любом подвале, если нет вентиляции, всегда есть некоторый запах. Ну, вентиляция здесь есть, приточно вытяжная. Раньше тут обитали творческие люди, сейчас они куда-то переехали, наверное, в Лондон. Вот оставили нам творческие пространства. Чем я бы на вашем месте не преминул воспользоваться. Очень хорошее помещение. Центр Москвы.